Александр Сергеевич, Новый год уже не за горами, и многих наших угличан уже интересует вопрос покупки елочек. Пожалуйста, расскажите, как будет организована торговля елочками, цена, где, с какого числа? Ежегодно Угличевский лесхоз и государственная лесная охрана готовят елки для продажи населению и организациям. Ежегодно продается около 1,5 до 2 тысяч елочек. Готовятся, значит, елочки, значит, на плантациях новогодних елок, значит, на линиях электропередач, при проведении рубок главного пользования и промежуточного пользования. Елки, значит, будут стоить в этом году, значит, до метра 20 рублей, до 2 метров 25 рублей и до 3 метров 30 рублей. Ежегодно, значит, организуется, выходит постановление главы администрации о предновогодней охране елок в предновогодний период. Совместно также дежурство, проводится дежурство совместно с милицией и постами ГАИ. Значит, охрана производится, значит, с 22 числа по 31 числа. Основные пункты будут стоять на дорогах, значит, которые выходят из города и входят в другие поселки. Ну, как мы продаем, продажа, значит, будет организована, значит, будет в 5 пунктах. Значит, она главный рынок, часовой завод, значит, мирный, цветочный и за Волгой. Значит, продажа начнется, первая продажа, с 24 числа этого года. Значит, желающие покупать, пожалуйста, приходите в эти пункты, значит, продажи. Но бывают случаи у нас и самовольных рубок. Значит, тот, кто не желает купить елку за 30 рублей, она обойдется, значит, в 100 рублей. Уже побеспокоились, значит, уже о приобретении елок. Это первое, что, кто пришел к нам, это была, значит, заведующая, значит, коммунальным хозяйством часового завода Мухина Валентина. Уже заплатили деньги, и она уже съездила в лес и подобрала себе самую хорошую, красивую елку, которая будет стоять перед часовым заводом и радовать глаз и населения, и детей. А на площади будет, значит, выбирать начальник, значит, Гуськов Леонид Сергеевич. И он ежегодно сам выезжает в лес и подбирает елку. И хочется мне поздравить всех угличан с наступающим Новым годом, пожелать им здоровья, счастья, успехов в семейном благополучии, успехов в работе.